Можно найти спокойные, очень вкусные, хорошие. В наших садах тоже их. Ну, красиво. Долг тьма. Целые ряды. Да. Такого добра здесь хватает, маховиков. Вот какие красивые. И чистые. Ну, потом кусок. Забрался куда. Эти вон где растут. Рядом. И это красивенько. Выше и выше. То же самое дерево. Так кажется мало, но на самом деле их тут немало. Этот лес крутой. Кажется маленьким на фоне этого толстого дерева. Дерево толстое, конечно. Это боровичок такой молодой. Шампиньонов тут полно. Молоденькие, красивые, лесные, красивые. В этом лесу грибов, видимо-невидимо. Можно украинскую армию всю прокормить. Повсеместно. То сказали, они голодные. Эти все червивых было много. Такие я им не дам. Вот такими накормить можно. Их тут, видимо, везде, по всему лесу. Красивые, вкусные грибы, но несъедобные. Деревья очень-очень старые, большие. Идем на выход. Долго идем. Шампиньоны такие вымахли. Красивые, но они уже все готовы. Белые грузди, ну какие же они белые, если они такие грязные. Тут немножко надо поглядеть. Паша ножичек пригодился. Ну ладно, грибной ножичек. Я даже из него ролик такой сделала. Удобный. Закончим. Красиво. Вот как красиво. Конец. Выходим. Это надо снять. Потому что в лес уже, наверное, не выберемся. Теперь не скоро. Уезжай, уезжай. В Питер. Ну все, уходим.